Друзья, небольшое видео. Конфетная фабрика Валка. Довольно-таки своеобразная картина, фото. Такой волчар лепит конфеты, заворачивает фантики. Фарш у него чисто такой. И все это у него в каталоге. Да. Оригинальный, конечно, посыл. Конфетная фабрика Волка. Такого я не видел еще. И рядом художник тоже за соком. Тоже здорово. Вот фото. Я еще 100 рублей отдал, имею в виду. Вот на этом закончим.